Ошибочно считать, что придет какой-то добрый дядя и за нас решит наши проблемы. Не придет, не решит. А если будем этого ждать, то никогда ничего не изменится. Если мы считаем, что власть авторитарна или воровата, ее надо менять самим. Ее в любом случае менять надо. Нельзя, чтобы одни и те же люди правили страной больше 20 лет. Кстати, у них в планах отнюдь не 20 лет, а 30, 40 или даже больше. Задача на 2024 год, как и на любой другой, должна ставиться совершенно иначе. Не просто убрать Путина, а убрать систему, при которой возможен Путин. Наша победа – это Кремль, превращенный в музей. Нам надо победить на самом деле только один раз. И мы победим.